Не, ну вид хороший. Белый заяц. Чё-то зачем-то он нужен был. Ладно. Юху! Всем привет! С вами Енот. С вами Ведьмак. И мы продолжаем игру Ведьмаку. Как бы вы не удивлялись моему ответу, но это так. Мне бы кошку сделать. Так, у меня есть кошка. Алхимия. Алкоголь нет, алхимические субстанции нет, масла нет, отвары. Кошка. Что это такое? Водная эссенция? О, может стать более крутой синий мутаген. Классно. Опыт мне это не дает, но почем где-то еще продадим лучше. Это же логичнее. Логичнее. А вот то, что я не могу сделать, это довольно плохо. Стой! Что это? Это умение персонажа. 7. Нано. 14. Классно, да? Так. Да ешь ты за ногу. Пошли дальше. Вот на сенсе. И тут кто-то сидит. Ай, гули. Гули-гули. А! Самые обычные. На! 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 Кто-то успел меня задеть. Почему я второй уровень коцает вообще? Ты не офигел, нет? Ух ты, здесь я сундучок видел. Нет, показалось, да? Нет, ну вот что-то валяется. А это тоже гуль, да? Хорошо. Ржавый меч. Продам, наверное. А вот и корень. Драконий корень. Интересно, старик и правда увидит с ним будущее? А сейчас узнаем. Все, парочку гулей завалили, и все. Что нам еще надо, да? Пардон. Понь. Так. Сейчас посмотрим, куда нам можно будет заехать по пути. Никуда. Сюда я не осилюсь, сюда рано. Ну, в смысле, не по пути. Ну, скачем прямо на квест, что делать. Давай, Бладва. Я сказал, что защищать будем по возможности все, но бежать ради одного вопросика полкарты я не буду. Плыть полкарты ради вопросика я не буду. Хотя, да, можно найти много чего крутого, и чертежи, и все, и не надо их покупать. Можно почти все чертежи собрать, в принципе, вообще не покупая. Давай. Забор перепрыгнуть не может, тупая кобыла. Смотри, как надо, опа! О, ты вернулся. Давай. У меня есть то, о чем ты просил. Спасибо. Дай мне минуту. Я... вижу волка. Он бредет вперед к одинокой башне наперекор метели. Он идет по следу ласточки. Но ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее
последний полет. Эстуахесса, да будет так! Внемлите знамением! Мир умрет, погруженный в холод, и возродится с новым солнцем! Воспрянет он из старшей крови, из Хены Хаэр, из зерна засеянного! Пророчество Итлины. Оставь меня. Иди. Иди уже. Хм. Ну ладно. Так, кстати, я хотел посмотреть, что у меня сейчас за бомба есть? Сумма и картечь. Все не то. Против гнезд. Так, какие у нас еще есть задания, которые я могу выполнить и не идти пока на основное? Сокровища я везде отгребу, кроме вот этой. Использовать ведьмачье чутье и найти спрятанные ценности. О, давайте. А чё б нет-то? Это мне куда? Это мне. Чё, нигде нет никакого сокращения? Да ладно. Ну ладно, покачаем. Господи, даже я застрял. Покачаем ведьмачка. Давай, лошадь. Прикольно нечего делать, что она так телепортируется. Хотя 11 уровень не такая большая разница, сходить можно. Там можно прямо и на черепки идти. Что там, мы дракона что ли не убьем? Делов-то. Интересно, что здесь случилось? Опа, да. Призрак тракта. Походу хотел одно выполнить, а выполнить другое, да? Кто-то наступил в вино из разбитой бочки. Здесь кто-то бежал очень быстро, в панике. Следы хорошо отпечатались, но потом они обрываются. Кто-то был связан, но веревки наспех перерезали тупым ножом. Че, это все, что есть? Что за призрак тракта? Что это за квест вообще? Блин. Даже не знаю. Ладно, разберемся по ходу. Все по поступлению, раз я не понял, что делать. А! Следы когтей. Тварь напала с воздуха. Судя по следам когтей, это виверна или велохвост. Разбила бочку с вином, но люди, скорее всего, сбежали. Кайдвианская. Запах будет чувствоваться еще много часов. Надеюсь, бежать не так далеко, как ты хочешь. Стопэ. Что тут есть? Тут ничего нету. Стойте, это может идти вот сюда вполне квест. Вот сюда. Хотя там были не виверны, там было что-то другое. Давайте просто посмотрим. Ведьмаки ошибаются, да, не так часто, конечно, но бывает. Будет прикольно, если это те двое. Те гнезда я пока не осилю. Надеюсь, он где-то рядом. Ну, и надеюсь, что там не виверны были. Там были что-то типа Катакрикса, не Катакрикса. Какакрикса. Это, короче, Каки какой-то. Ну, а жбурик. След ведет в пещеру. Ой, не-не-не-не, хотя... Ну-ка, давай выдели ее. Да, заказ на призрака я не осилю, это тупо смерть. Я вас знаю, ребята, я к вам позже приду. А пока вот собирают сокровища, седьмой. Не, ну давайте сюда сейчас бегу, потом посмотрюсь вокруг погреба. Ну, чувак, я тебя еще возьму. Одного он догнал перед самой пещерой. Лошадь. Блин, плотва, давай. Скачи, моя антилопа. Мой ветер. Мое все, что там есть. Короче, скачи вперед. Лети. Лети, как никогда не летела.
О, волки. Привет. Даже волки выше меня уровня. Ну, офигеть. Тебе интересно, есть клочок земли, который безопасен? Тебе ничто не будет пытаться тебя убить. Винный камень какой-то. Слабенький. Жалко, жалко, жалко. 90, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Задание. Что мы еще можем взять? Из огня в полыми. И, возможно, вот этот, да? Хотя... рановато. Это куда мне скакать? О, тут рядом. Плотвень. Потихоньку будем опыт получать, выполнять квестики, там, не знаю, находить, может, что полезно. Не бойся, лошадь. Мы скачем хорошо, нас не найдут, не догонят. А ведь я мог выбрать квест, когда здесь шарился. Ай, твою ж за ногу. Пошел вон. Эй, я же отпрыгнул. Собаки. Они не любят, когда их бьют, слушайте. Оказалось бы, ну потерпи ты. Пару раз получше умрешь. Нет, надо прыгать что-то. Да. Гори просто. А, так, используйте, видимо, чутье. Смотрите место вокруг погреба, где укрывался умерший. Где укрывался умерший вокруг погреба. Сейчас. Мне нужна еда. Ну давай. Ну что, еще не собирали? Ну ладно. Ну он где-то там укрывался, не знаю. С той стороны, что ли? Я не помню, где он укрывался, где это было место. Здесь ничего нету. Где-то был погреб. Где-то тут. Нет. Говорит, сзади, я что-то... Вот он, погреб. Используйте, видимо, чудес, смотрите место вокруг погреба, где укрывался умерший. Да, блин. Или... Нет, он бок никогда не ведет. Просто вдруг я что-то не увидел. Ладно, будем осматривать, значит, то, где и говорят. Итак, не до полыни. Что я должен здесь увидеть? Помощью ведьмачивать чутья. Тебя? Нет, он говорил. Сток сена. Давай, мед, 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 давай. Сток сена. Это я точно помню. Можешь жечь его? Нет, не можем. Блин. В прошлый раз же здесь был, да? О! И пора бы что-нибудь одеть. Мощь и... Пойти. О, нормальный доспех. Стоп. Мне теперь еще нужны задания. Так, с чем мы можем взять?
Сокровища, наверное, чуть позже еще. Пойду сейчас рано. Лети на них, ведьмачьи заказы. Пропавший патруль. А, давайте 7-й сделаем. Может, 7-й, 8-й, 10-й. Ну, пойдем по нарастающей, в общем. И здесь можно будет зайти в эти два места. То есть первым делом мне прибежать сюда. Никак не обойдя ничем. Пошли, смотри, у меня новый доспех, зацени. Понимаю, я тебе на прошлой серии сбрую сделал, все остальное сделал. Вот ты и меня хвалил. И смотри. И ты же не одна тут главная. О, еще жмурики валяются. О, Мишка. Да я тебя на первом уровне бил. А, это где свинок убили, да? Так, ну давайте теперь. Теперь вот мы можем зайти сюда и посмотреть сначала. А потом пойти на квест. Все просто. Давай. Ведь большая сложность не всегда она что-то дает. В старых играх сложность была жесть, потому что она тупо увеличивала не активность компа, а давала им просто больше ресурсов. И все. Что за камушки? Ететь колотить. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я даже уровень не вижу, рисковать не буду. Не вижу уровень, я ведьмак простой, пока бегу. Потом, возможно, да. Возможно, я буду, да, уже плевать на все это, хватит. Но сейчас... Не-не-не-не-не. Сражаться 2 часа я не вижу смысла. Хотя это можно сделать. Тоже сокровище под охраной. Отдохни. Опа. Почему не показал мне его уровень? В общем, понятно, эти два сокровища мне не по силам. Один там черт, а один там элементаль. Мне, наверное, уровень еще 5 надо поднять, прежде чем мы будем составлять хоть какую-либо конкуренцию. Хоть даже самую маленькую. Да. Не торопись. Мне кажется, даже если у меня щит был бы, он просто его вынес, даже не заметил бы. Ну, пошли посмотрим пропавший патруль. Надеюсь, задание 7 уровня превратится в неизвестный уровень. Скачи. Фига себе, здесь понанизывали всех. Даже я смогу им хоть что-то противопоставить. Хотели убежать. О, новая бронька. 4, отстой. Фига себе, зона поиска, вы чё? С ума сошли? Давай посмотрим костер. Лагерь нильфгаардцев. Они бросили все в спешке. Странно. Следы сапог рядом босых ног. Надо пройти по ним глубже в лес. Ну да, почему нет? Ты же ведьмак. Тупо прись внутрь леса.
снова следы нильфгаардцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? То есть ничего нового не скажешь. Куда вы идете? Это что за запах? Где? Реально, что за запах? И куда он идет? Туда или туда? Пахнет мускусом драконида. Он, наверное, тут недавно поселился. То есть мне еще драться с кем-то неизвестно мне. Нет, вы ж варги обычно. Ну как обычно. Немного необычно, но да ладно. Не, толпой любой может, вы чё? Шакалы, что ли? Вы же волки. Блин, я тут по запаху шел, а вы мне взяли все испортили. Я вашу печень и мясо жрать буду, поняли? Так, где там запах был? Нюхай. Пахнет мускусом драконида. Он, наверное, тут недавно поселился. Вот. То есть они, скорее всего, бежали от драконида. Я раскрыл дело. Но босые ноги, вот это странно. Потопцы. Вон первый жмур. Тело странно выгнуто. Он умер от яда. Похоже, эта территория снова следы нильфгаардцев. Они привели сюда группу босых крестьян. И кто кого привел? Спасибо. Снова следы нильфгаардцев. А чё в бок пошли-то? Они привели сюда группу босых крестьян. И кто кого привел? Убить виверну, мне кажется, легко будет на 7 уровень. Огнем не бьет, не дышит, ничего не делает. Фигня только страдает. Опа, а вот она. Привет, верно? Здесь, наверное, мне нужен квен будет. Ребят, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Где-то 4 удара могу сделать. Ах, ты еще плюешься. Ха, ладно. На! Так, просто отгреби и все. Че ты меня бьешь вообще? А ну стоять! Валить хотел, а? Собака. Давай, 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 давай. Черт. Тряпка. Что здесь делать? А, хотел это набор сменить. Думаю, чё я открыл ещё инвентарь?
сердце, печень, крапиве верное, о. Что-то интересно. Тут. Ладан. Грифон дает модификацию отрубать конечности 10%. Это что дает? Не. Я хочу просто красивее срубать. То есть все теперь назад. Либо вилариба. Можем пробежаться вот таким макаром. Пык-пык-пык-пык-пык. И сюда. Пык. Долго. То есть еще не по пути. А если бы квест был где-нибудь здесь, можно было пройти. Давайте пока не будем заморачиваться. Но. Чего тут забыли вообще? Фига себе. Давай, сбавь скорость. Пошла. Оказывается, ты свинью режешь. Ну ладно. Они сами тебя найдут. Ищу я? Чё, я ищу? Проблемы ищу. Давай. Надо еще торговца найти. Ты торговец, да? Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? О, ты торгуется. Я нашел тела твоих солдат. Их убила самка Виверны. Они зашли на ее территорию. Виверна? Блёды пест. Твои солдаты ее спровоцировали. Ясно. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда, как указано в объявлении. Во файл. Все, давайте. Все ходишь по лагерю? Осторожней. Как бы тебя не при. Покажи а ты мне свой танк. Говори всем же, шпион, проблем не будет. Ладно, разберемся. Бывай. У него только подштанники, да никому не нужные вещи. Так, что мы еще можем выполнить? Этот дикое сердце пока без вообще бесперспективно. Давайте на кликату у нас бегаем. Никуда. Так, это с тобой поговорить, что ли? Ну ладно. Ну же! Давай. Пробежал?
Заказ Кликотун. Так, что, куда внутрь? Ну, пойдем. Ай, топи вперед. Надо найти или купить эссенцию воды, чтобы делать зелье. А, вот как раз и лошара, которого можно развести на рецепт. Самогон уже. Нет, я желаю другой. Покажи немножко вещи. Религия и прочая жизнь. Я ее же купил, да? Даже прочитал, по-моему. Будь здоров. Не, что не страх. Когда знается барон, что у его свиней корм отбирают. Это я читал. Кровавого барона. Да, рассказывай. Ну. Привет. Ну. Ну что, ну? Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете Кликотуном. Ну да, завелось. Коров таскай, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй, а он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. О. Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. За рвом со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Хм. Ну, ладно. Самое время, чтобы этим Кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя, того, что сгинул. Так с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Где его искать? Да тут он! В моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потерял. Вот я его и пригрел. Ты сзади дома, что ли? Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, я... Оставь, говорю! Ну, как бы... Будь здоров, мама. Стой! Блин, помазал. Чего надо? Я хочу отомстить за твоего отца. Но для этого я должен понять, что его убило. Кликотун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха. Только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит, а в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Как? Ты не мог ничего сделать. Единственное, что остается, убить это чудовище. И я этим займусь. Будь здоров, малыш. А ты чё это на него еще мозг промывать? С ума сойдет потом? Так, что дальше? А, так он рядом тут. Только забор перепрыгнул, да и все. Как у него семья пропала, лучше целым батальоном хлещет. Ты кого растяпой назвала? Топором по хлебальнику хочешь, а? Вообще бесстрашненький. Пошли грохнем этого Кликотуна. Хватит тебе чудище, чудище заморское, бедный люд пугать-то. Что за бред я ей надо несу? Не ответить, нет. Следуйте место нападения. А, блин, только место нападения. Следы путаются.
Монстр зашатался, наверное, он был ранен. Вся морда в крови, дрался до последнего. Ага. Кровь. Кровь монстра. Тебе куда-то выкурить, да, надо? Друзья, а что дальше-то? Вот же кровь, я же вижу ее. Твоя карта не обновляется, нифига. Давай. Где там эта тварь? Следы ведут в пещеру. Куралиск. О, бестиарий новый, классно. Это я люблю. Это дело я люблю. Блин, как там? Да господи. Кстати, у меня же виверна еще должна быть. О, классно. Виверна, давайте посмотрим. Самое опасное среди виверн зовется Королевская. В некоторых же кругах, пардон, Охеревская. Альбина Тотелькапф, преподаватель преподавания в Аретузе. Природоведением. Преподаватель преподавания. Ага, ща. Виверна часто путают с драконом. И хотя она значительно меньше своих знаменитых родственников и не пышет огнем, она и без того чудовище достаточно грозная. Особенно за дурной славой пользуется так называемая королевская виверна, которая, подобно монархам, необычно воинственна и смертельно опасна. Клекотон. Чудовище. Терзающий обитателей Вронец оказалась привредным куралиском. Геральт не удивлен, узнав, что люди барона не могли остановить его. Что они могли сделать против хирургически точных его ударов, рассекающих артерии и вызывающих столь обильное кровотечение, что остановить его может только эликсир ласточка. К тому же не знали они так... Как заставить тварь опуститься на землю с помощью арбалета, бомбы или знака. А затем увернуться от разъяренной бестии, сделав кувырок под ее расправленные крылья. Куралиск. Они похожи же все. Вот, смотрите. Видите, собака. Видите, волк. Прямо один-один. Я не тупой. Так, ладно. Куралиск. Было у меня 8 коров, из них 5 дойные. Только в округе завелся куралиск, и все, что мне от них осталось, высохшие лепешки на поле. Вздорные пересуды приписывают куралиску, как и Василиску, способность убивать одним лишь взглядом. Это полная ерунда. Взгляд куралиска для жизни опасен не более, чем взгляд разозлившегося гуся. Гораздо более опасно следует опасаться его клюва и длинного хвоста, который... наносит поистине смертельные удары. Бомба картечь, масло против драконидов, знак карт. У меня есть масло? Чё бы нет. Сложность есть, масло против зверей, всё. Что за... Да какого... У меня же ничего не запало. Масло. Трупоедов, классно. Я ведьмак, иду биться с этим чудищем. Звук откуда-то сверху. Давай. Значит, выкурю его бомбами. У меня есть какая-нибудь бомба? Или я себе потратил, как молодец, да. Ну ладно, медитация, так медитация. Собака. Ща я вернусь, жди. В смысле, ты потр... Дебил, ты нафига их тратишь? Дай, блин, я не знаю карту. Не помню, какая клавиша, чтоб его.
Тебе надо было узнать. Так, давай картечь возьмем. Бомбы, бомбы, бомбы. Все хорошо. Птичка, птичка певчая. Да блин, нифига не вижу. Похоже, он сбежал через другой выход. Ну пойдем поговорим. Надо его поймать, пока он рядом. Вот он. Теперь не уйдет. Стоять! Давай за ним в погоню. У нас, походу, глухарь. То есть этот... Давай, спрыгивай. Ах ты ж меня ударь. Скотина. Да не говори. Фига себе. Кровотечение. Рана, нанесенная зверем, вызывает кровотечение. Да, знаю. Да хватит мне кровотечением вызывать. Давайте квен все-таки. Опа, плохо дело. Давай, бей. Молодец. Черт. Давай. Это опасная тварь. Опасная скотина. Куда полетел? Черт, опять кровотечение. Давай, бей! Ты куда меня толкаешь? Слушай, у тебя реально опасно. Хорошо, я вовремя щит использовал. Какая? Давай. Неприятно, да, тебе, босс? Давай, на. Слушайте, у него прям дикий кух. Эти... Крылья. Опа. Два. Три. Опа, плохо дело. Я ж нажал, ку! Ладно, эту тварь я забью потом. Слушайте, враги стали опаснее, да. Опаснее, опаснее. Я не знаю, ворота не работают. Давайте на этом я закончу. Я сейчас не знаю, поставлю где сохранение. Если еще до того, как я его выкурил, тогда я не буду сражаться. Если как я его выкурил, тогда нормально. Если сейчас зависит, хотя не знаю. Давай, давай, я хочу его убить. Я смогу, верь мне. Блин, как я буду так дальше делать? Ведь я сделал такой большой шаг, вы даже не представляете. Я сделал предложение своей девушке. Ну, или хотел сделать предложение. Ну, в смысле, как хотел, я бы сделал, просто теперь я думаю. Смогу ли я так вечерами записывать теперь? Может и нет? Забился в пещеру и не влезаешь. Значит, выкурю его бомбами. Нет, не смог. Ладно, выхожу и там заканчиваю. Попробуем эту тварь убить в следующий раз. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии. Кликатун Геральт 1.0, всем пока.